Всем привет! Сегодня обзор конструктора Лего серии Звездные войны, модель 75099. Это у нас спидер Рея. Небольшой набор. Набор 193 детали. И модель 2015 года. Купил я его недавно в магазине «Магнит». Лежал на полке весь помятый. Ну, за очень хорошую цену. Из серии «Звездных войн», в принципе, только большие фигуры есть, а вот таких наборов мне не было. Здесь небольшие характеристики указаны. И какие есть аксессуары. Также у нас головорез и сам Рей. Две мини-фигурки. Вот так выглядит фигурка. Вообще классная. Накидка такая. Серый, стальной цвет такой. Рей с двумя лицами. Здесь, по-моему, лицо одно. Да. Два лица. Есть сумка на пояс, на плечо, точнее, висит на поясе. Прическа. Не хочет вставать. О, вот так она с прической. И есть такой шлем, накидка, или как правильно говорить. Но выглядит очень классно. Очки. Также есть посох и золотая кирка. Сам аппарат не очень большой, но функциональный. Двигается у нас типа закрылки, или как правильно называть их. Два двигателя, много аксессуаров, пила, здесь бинокль, с этой стороны ничего нет. Также есть механизм, выстреливает, стандартный механизм, стреляет с двух сторон. И вот этот механизм, он открывает с двух сторон двери, то есть крутим в эту сторону. И крутим. Но открывает не до конца. Открывается он вот так. Но уже вручную. И выпадает вот такой типа сундука. Как на рисунке написано, что это типа на коробке. Типа какой-то механизм. И внутри у нас, ну, патроны. Это ящик типа с патронами. Вставляется он с двух сторон, можно. Здесь небольшой механизм. Вот он двигается. И поэтому он не до конца открывает. А ящик можно вставить с любой стороны и также высунуть. Он здесь никак не закреплен. Держит только дверцы его. В принципе, неплохой набор. Может быть, со временем еще какой-нибудь набор из серии «Звездных войн» прикупить. Но пока не очень это интересно. Задавайте вопросы, по возможности отвечу. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.